Всем привет. Приехал вот на Урал спиннинг покидать. Немного покидал, забрусов 20-30 сделал. И спиннинг мой сложился в районе третьего колечка от края. Вот где лак, где кольцо примотано, здесь вот оно сложилось, джиговал, потом смотрю, как вершинка тут явно не самое тонкое место, не самое слабое. Даже наоборот, тут кольцо, нитка, лак. То есть тут место самое усиленное. Раз тут сложилось, значит, при установке кольца какой-то был брак, прослабленный или еще что-то. В общем, обидно, конечно. Палка не дешевая. Повела себя так под кольцом, сложилась. Палочку брал на официальном сайте, Айка, модель называется Pro Jigger. Вот в таком росте и тесте. Плохо фокусируется. Вот так вот. И походил это совсем ничего. Рыбалок 10-12 я, наверное, с ней ходил. Ну, так удобная, кидучая палка. Но... такая вот. Бяка, причем прям под кольцом, под лаком. Наверное, брак. Напишу в магазин, посмотрим, что ответят. Вот так вот. Жалко, конечно, но все, рыбалка на этом закончилась. Поеду домой.